Выборы губернатора Московской области продолжаются. У людей еще есть время выразить свою гражданскую позицию. Но еще несколько избирательных участков посетила председатель районного совета депутатов Надежда Суровцева. На участке все спокойно, избиратели идут постепенно, без ажиотажа, без очередей, но приходят в течение всего дня. Выборы, я думаю, будут состоявшимися, и, соответственно, Подмосковье будет и дальше развиваться, процветать, как мы и мечтаем. Я считаю, что важно выбрать губернатора, потому что надо доверять людям. А важно потому, что мы выбираем, а не кто-то за нас должен выбрать. Мне кажется, это важно. Вот, ребенок у нас с детства ходит, вот, поэтому нам не безразлично, как наш город развивается, Московская область, поэтому пришли. Нам даже чтобы у нас было все хорошо, чтобы боролись за нас, за пенсионеров, за молодых, и чтобы порядок был. В Щелковском районе избирательная кампания проходит спокойно, без нарушений. Мы проехали очень много избирательных участков. И сейчас я хочу обратиться к тем жителям, которые по какой-то причине еще не пришли на свой избирательный участок и не отдали свой голос. Обязательно нужно проголосовать за будущее своих детей, за будущее нашего Подмосковья, за развитие. Придите, пожалуйста, на избирательный участок и отдайте свой голос. У вас еще есть время.